Виталий предложил, а я думаю, мы с Ириной эту тему поддержим, а почему бы вот здесь, в космосе, не организовать уже после медиаполигона вот такой постоянный клуб, который бы молодых журналистов, которые бы могли встречаться, независимо от того, что редактор какое задание дал, а обсуждать и, может быть, потом делать репортажи именно о тех событиях, о людях, которые сегодня волнуют и, прежде всего, нашу молодежь. И не только молодежь, в целом тюменцев. И это не только то, что приносит какие-то ощущения радости, теплоты, но, может быть, и те проблемы, которые сегодня волнуют наших земляков, которые, может быть, не всегда где-то увидит и власть, или наше гражданское общество. Что сделать для того, чтобы вот эта активность, гражданская активность молодых людей, она действительно была вот такой, как сегодня здесь вот в этом клубе там, или на этом медиаполигоне, вот эти эмоции, эти ощущения, что хочется сделать многое. И многое сделать прежде всего для себя. Не кому-то по заданию, а вот для себя, для того, чтобы и дальше можно было самому себе сказать, что я, работая репортером, журналистом, я молодой человек, постарался сделать все, что от меня зависит, чтобы в моем любимом городе, где я живу, где я, может быть, собираюсь дальше жить, растить детей, чтобы здесь действительно было хорошо и уютно. И чтобы можно было потом сказать, ведь я как раз внес свой вклад вот в то красивое, что сегодня нас окружает.